Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Санек, Колбаскин, Дэн, Венера и Тучка, Эрик, Дональд, Дарт, Прищик, пацаны, неправильно прочитал, пацаны, поздравайтесь. Салам алейкум, братья. Всем привет, тусики. Сегодня будет очень классная рубрика «Выживание на постройках», но будет необычно, потому что я буду использовать, и пацаны тоже, классные эпические оружия. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. Ребята, сейчас буду ломать эту постройку. Оружие «Метеоритный дождь». Смотрите, ну подождите, на правую кнопку мыши это один, да, метеорит? Надо, давайте проверим. Так, это один летит. Нифига себе. Представьте, сейчас я это в здание запущу. Давайте рядом посмотрим, задамажит оно или нет. На нас летит. Так. Не-не-не, рядом будет. Ух ты, ё-моё! Так, один уже слился. Ребята, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Вот это классяк! Как вам жахнуло? Так, давайте прям рядышком, вот, где я сейчас нахожусь, так. И вот так вот. Я просто не хочу, чтобы оно этот попало прям в здание. Хочу, чтобы рядышком было. Хорошо, я запускаю обычный метеоритный дождь. Ребята, сейчас будет много лететь камней. И посмотрим, какой-то из них должен попасть по-любому в здание и разрушить его. Нет. Да. Вот это эпик пошел. Есть. Так, кто последний, кто последний? И Тучка. Да? А нет, Дэн. Не, и Тучка вроде бы был последний на здание. А я вообще не умер. Сейчас будет классная постройка, которая должна попадать в каждый ролик. Мне она очень нравится. Ну что, Профей, давай, удиви нас, покажи вещи. Только сделай так, чтобы я выиграл, пожалуйста, я тебя прошу. Нет, а сделай так, чтобы Тучка умер первый. Нет. Да, ты должен умереть, Тучка. Тима, умирай быстро. Пацаны, понимаете, он джавелин запустил. Я запомнил тебя. Ну все. Ты нормально объяснил? Я тебя запомню. Ты побил рекорд, кстати, по времени уничтожения всех людей одновременно. Пока месяц еще, я думаю, не скоро твой рекорд побьют. Ну что, давай, конек, покажи вещи. Блин, прикольно здесь так выживать. Чувствуется, что сейчас в любой момент может просто подо мной проломаться доска. И Тучка упадет вниз. Я тебя запомнил, Дима. А я тебе ничего плохого еще и не сделал. Не, пофиг, я тебя запомнил. Опа, это бабах. Так, надо с той стороны не стоять, буду здесь. Что? Ай, ой. Так, ребятушки, я должен затащить. Это самое везучее место, по-любому я здесь... Ну нет, блин, да. Да это и Тучка виноват. Так, давайте посмотрим обязательно, кто же должен победить. Так, здесь 4 человека. Оно так шатается стрёмно. Ну, держится. Реально. Ух ты. Тихо. Смотрим, смотрим. Так. Пока что самого Венера находится выше всех. И Венера побеждает. Красавчик, ну Свинера, ну ты молодец. О, давайте повыживаем в вот этом замке. Тоже люблю эту постройку. Стреляю туда прям по крыше. Видишь, где двое людей стоят? Стреляй туда. Нет, ну не слушай его. Не, ну пожалуйста, стреляй. Я ж тебе друг. Да какой ты... Молодец. Уважуха, плюс один. Так, теперь стреляй. Знаешь, по какой крыше? А что, все поспрыгивали, да, чкошники? А вы не угадаете, где я? А зачем ты это делаешь? И Тучка, я же тебе не 60% из-за тебя уже. Вот. 50. Понятно. Вот Венера, сделай так, чтобы он сдох. Молодец, спасибо. Ну, Венера, ты понимаешь, ты красиво поступил, по-твоему, да, ты думаешь? Это псих, ему нельзя было оружие в руки давать вообще. А Егор вроде бы проиграл. Ох ты. Игорь проиграл. Кстати, одна из неустойчивых построек. Так, Дарт Прыщик думает, каких же прыщей вам... Тихо. Я все. Есть, я стою еще. Я не знаю, считается? Это не считается. Ну все. Я выиграл? Капец. Нет, Дима, это я выиграл. Ты выиграл? А нет, тут у Санька. А считается вот эта доска? Я вообще не знаю, что считается, так все быстро произошло, я не понял ничего вообще. Кто выиграл-то, а? Я стоял на доскоче. Ну все, значит, Профит, ты выиграл. Профит будет второй раз ломать здание, понимаете? Везучий человек. Обычно я в таких роликах побеждаю хоть когда-то. Сейчас не получается. Я не знаю почему, но он убивает людей просто так. Да я выиграю, пожалуйста. Да я выиграю. Давай, дед, вижу тебя. Так, я сюда. Я по чуть-чуть буду. Отлично, я буду здесь сидеть. Хорошая, кстати, тактика. А вон, я тебя вижу, вон ты там. Так, вот Дэн тебя. Ходит своей вонючей хвост. Кстати, Дэн, у тебя под хвостом коричневая. Черепашка?
Чиркаши собачьи. Что? Оно левитирует. Да ну все, пока кто-то нажал лифт, и ты спускаешься вниз. То все, ты проиграл, считается. Да как, там же бочка. Блин, ну это нечестно. Это честно. Да нечестно это было. Да не придумывай. А, я теперь понял, что они хотят сделать так, чтобы Петучка победил. Не, в принципе, если они в сговоре, ну что, правил таких нет у нас. Так, теперь самое мощное. И, Дэн, я считаю, что ты умрешь сейчас. А вот еще живой конек. Он туда залетел. Ух, все. Ух ты, блин, да что оно пружинит? Мне кажется, сейчас Петучка, ты проиграешь. Ты готов? Ну, блин. Ух ты, Дэн, ты перепрыгнул. Ай, ну все. Ладно, Итучка, ты победил. Почему я где-то там стал? А не, или вот еще люди играют. Ну, блин. Я летаю. Дартрыщик, ты еще играешь? Да. А, ну все, Дартрыщик выиграл. А, ну все. Ну, блин, Итучка, видишь, какие у тебя друзья? Я вас сомневаюсь. Нет, все, я пошел плакать. Да ну не плачь. Ух ты. Пацаны, готовьтесь. Он, как всегда, сейчас возьмет какое-то очень мощное оружие, и мы все вместе с вами упадем вниз. Надеюсь, я буду пушку поставил. Ну ты адекватный вообще, чили пиздрик? Мы с тобой первые умрем, Дима, давай. Я сейчас все буду прям в дуло смотреть, как оно меня убьет? Да, да. Давайте мы это сделаем. Дима, посмотри в глазок. Не-не, пацаны, он смотрит... А, нет, удалил. Ага. Так, что-то он спрыгнул. Интересно, что он задумал? Скелетон. Дима, ты готов умирать со мной вместе? Ага, он на пол поставил. Так, смотрим. Кстати, послабее взял пушку. Так, целится. Ух ты, ё-моё! Прям подо мной лопнула доска. Пацаны, ну вы все должны выжить! Да, Итучка? Я один выжил. Кстати, смотри, уже пацаны посливались. Хорошо, что я не был на том этаже. Я хотел внизу быть. Ух ты! У вас тоже камера такой, этот, да, как да. Это? Нифига себе, ты псих. Легче. Итучка, ты победил. Нет, Итучка последний, видите? Ну тебя наконец-то. Так, сейчас надо самую конченную постройку тебе поставить. Давай, давай, давай самую секунду. Мощную. Итучка, смотри, какой я поставил тебе, да, дом. Она. Один из самых любимых моих домов. Солнцетизм, он крутой. Да. Ну все, помню. Давай, Итучка, удивляй нас. Да, надо вот. Кстати, вы знаете, что Итучку зовут в реальности Валера? Кто, что ты врешь? Ну чего, тебя не Валера зовут? Разве нет? Под решеткой. Кстати, твое оружие очень слабо. Ладно, забирай свое слабо назад, оно не слабо. У меня еще одно есть, сейчас. А чем ты это гасишь? А вот, не важно. Админским пистолетом фиганул. Так, зря мы тут все в куче стоим, мы все умрем. Ну все, сейчас я А, я сейчас порезался, что ли. На, вовремя я оттуда ушел. Это было красиво. Да ну и тучка, ну ты же был хорошим челепиздриком. А ля, не он? Кто живой еще? Нифига себе, он стреляет. Нет. Живой Свинера и Санек. Моща. Так, ну хорошо, хорошо. Смотрим, где они вообще тут шкерятся. Ага, я их вижу. Ого, блин, у меня полет слетает. Да, ого! Телепортировала, блин, так быстро отлетел. Все. Нет, все? Венера. Ага. Все, Венера, ты выиграл. Да, больше никого нет в живых? Ваня. А, конек еще вот сидит. Да? Ну вот, да, на телескопе. Ваня, на телескопе. Ну все, давайте, пацаны. Да. Сейчас я кое-что другое возьму. Итучка, выясни, кто же из них будет победитель. Мне интересно, я думаю, что будет Венера. Победитель. Не знаю почему. Сейчас резко ты гасанешь сюда. Подожди, откуда он стреляет? Нет, скорее всего, наверное, Венера умрет. Сейчас ты стреляешь. Венера, отходи от этой стены, уходи. Он как раз с той стороны стреляет. Я понял. Ого! Но она не пробивает, это жалко. Надо друг на джавелина. Не, не берет эта пушка вообще. Только жизни Венера тратит. Сколько у Венера жизни? А мне вообще пофиг. 90. Да зачем меня убивать, а? Зачем? О, я вижу, сейчас будет моща, ребята. Тутку достал хорошую. И... пошло дело. Отходим подальше. Ты когда стреляешь, подальше отлетай. Ты сильно близко стреляешь, она не успевает правильно прицелиться. Да, вот такое хотя бы расстояние, вот такое. Она на дальнее расстояние рассчитана. Хотя бы там 500 метров где-то.
Давай, где я? Сейчас. Должен угадать. Ну, в принципе, здание и так разрушится в любом случае. Пошла. Красиво летит. Бу-у-у. Вот это ты здание. Сейчас было более точнее. А нам пофиг. Красиво. Венера. Так, Венера 90 хп. Мне кажется, сейчас кто-то погибнет из них. Да я тут при чем? Ты дуралемена? Давай я подальше отлечу. Да ты на меня прицелился. Надо улетать. Я буду здесь. Блин, забывай перезаряжаться, капец. Ну да, она такая кончепотовская. Ну давай, 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 завали здание и все. Стреляй именно в эту точку, куда ты и стрелял только что. Бу. Ого, тут уже кусок здания улетел. Все. Венера, удиви нас. Я для тебя поставил очень большую постройку. Многоуровневую. Ух ты. Ой. Вау. А что происходит? Ты ненормальный, что ли? Успокойся, псих. Ребята, больше Венере оружие никогда не выдавайте. Он ненормальный. Не давайте ему выигрывать. Это точно. Так я уже выиграл своим умением. Молодец. Да, ему повезло, что все горит. Че, лифт работает? Ну так, более-менее. Ух ты. А верхняя часть, смотрите, разрушается прям красиво. Там был кто-то наверху еще? Я там сидел. Ну все, Идучка, ты проиграл. Нет. Блин, смотрите, оно все разрушается. Смотрите. Я не проиграл. О, ты еще живой? Дима, я буду рядом с собой, чтобы ты проиграл. Давай, проиграй. Где это челепиздрик? Ух ты. Ты че? Остался я и Дэн, Ты последний, Дима. Да? Если понравилась эта серия, выходите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и всем пока. Пока. Всем пока-пока. Эпически все разлетелось.